22 апреля 1945 года. В течение 22 апреля центральная группа наших войск продолжала вести наступательные бои на Дрезденском и Берлинском направлениях. На Дрезденском направлении наши войска взяли в плен более 10 тысяч немецких солдат и офицеров, захватили 96 самолетов и свыше 150 танков и самоходных орудий противника. На Берлинском направлении наши войска взяли в плен более 13 тысяч немецких солдат и офицеров и захватили боевые трофеи. За 22 апреля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 165 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбит 61 самолет противника.